Привет, ребята, с вами Фирсов Вячеслав. Пришла посылка тойки Каяба New SR, вернее Ultra SR, из фирменного магазина Каяба Shop. Это амортизаторы для Subaru Forester. Так вот они пришли. Вот здесь вот видно их номера. Кому интересно. Это полуспортивная серия, как бы почти аналог японской New SR серии. Это на Европу поставляется. Вот сейчас мы с вами посмотрим, как они у нас запакованы. Запакованы нормально. С фирменным скотчем. Вот сейчас аккуратненько посмотрим, как они у нас открываются. Так, они у нас, каждая открывается сверху. Эх, разбирать их неохота. А вот здесь вот сбоку открывается. Классно. Значит, откроем их с этой стороны. К вам. Ну ладно, вскроем так. Люди скажут, мучается человек. Вот. Уже мы близко к цели, товарищи. Вот она, наша любимая стойка. Золотистая. О, класс. Первый пошел. Сейчас она... Что у нас в комплекте? Тайка в комплекте. Так, сейчас мы второй посмотрим, что у нас. Так, второй достали. Бумажки. Бумажки. Ну и там гайка в глубине лежит. Еще какая-то бумажка. Опа-на. Так, у нас что мы видим? Мы видим у нас амортизаторы. Вот цена.
чтобы вы знали, за две стойки 7417. Вот чистоты. Так. Вот у вас гарантийный талон. Ну это все влажит, конечно. Вот чистоты. Печать. Ну ладно. Так. Это у нас полуспортивная серия. Коллаба Ультра СР золотые. Made in Japan. Типа. На китайских я не помню, тоже Made in Japan пишет. Ну, вроде пропечатано хорошо. По крайней мере, номер пробитый вообще четко. Как на фирменных, которые на машине стоят. Эти стойки будут ставиться потом. Маленько погодя. Я сделаю еще одно видео. Вот смотрите, отличается левое от правого тем, что вот с другой стороны приварен кронштейн для тормозного шланга и для датчика АБС. Ну ладно, сейчас покачаем, посмотрим, у нас нет ли никаких царапин. Нету царапин, нету. Все нормально. Газ есть. Сожмешь. Не хватает сил сжать. Одной рукой не получается. Ну ладно, короче, стойки должны хорошие быть. Поставлю, сниму еще видео. Как ставить буду, чтобы людям видели. Всем пока. С вами Фирс Вячеслав. До свидания.